наше одно из высоких зданий жилых. И здесь сделали такую фотозону, посвященную Хэллоуину. Тут есть активити. Можно поиграть в хоккей, теннис. Вот. Златуша, хочешь поиграем в теннис? Ну, собственно, вот новый объект. Побегать хочешь, Златуш? Побегай, не хочешь? Вот. Марина не хочет бегать. Вон девочка прям сидит в луже. В таких паучках. Они подсвечиваются. Прикольно. Вот такой вот активити. Вот такой вот замечательный парк. И за ним уже виднеется хайвей. Порешили поиграть в теннис. Там у нее кожа, цвет кожи и цвет наряда. Гуляли по Далласу, и вот первый раз вижу серьезный автомобиль такой вот, очень красивый. Очень красивая машина. Бентли. Дорого-богато. Такая красивая тачка. Good car. Yeah. Такой Бентли. Такой салон, пока меня в полицию не забрали. Короче, вот так вот у нас заканчивается прогулка по музею.
как всегда, едой. Одно из самых. Посмотрите, как солнышко садится. И очень красиво выглядит здание. Люди фотографируются. В общем, вот так выглядит красивая самая площадь Далласа. Просто хочется передать атмосферу этого парка в центре Далласа. Так выглядит одно из самых красивейших зданий в Далласе. Вот ракушка знаменитая. Люди фотографируют. Очень красивый. Ребята играют в бейсбол. Вот такая вот красивая. Вот за моей спиной ракушка. Вот так закончился очередной выходной день в Далласе. Оставайтесь с нами. Всем хорошего настроения. Будьте на канале, подписывайтесь. Ставьте пальчик вверх. Всем хорошего дня. Дошли аж сюда. Зашли мы в AT&T офис. Вот это центральная такой подъезд. Там лифты, в общем, все красиво. И здесь вот сейчас мы зайдем в эту игровую зону. Нажимаем старт. Зачем так рассказывать? Нажимаем старт. Слушай, я хочу. Не курю. Нет, пальцы ставь. Да. Да подожди, пусть он вначале играет. Так оно сейчас полетит, и папа проиграет. Вот сюда, смотри, две кнопки. Это делать вот это. Это вот. Ну-ка, мячик подкидываешь, чтобы он не упал туда. Все, я понял. Я сниму. Давай. Так мячик послал. А, Злата послал. Ее. Я попал. Папа, смотри. Уля, прикольная игра. Ты же никогда не играл в такую игру? Проиграл. Проиграл? Три шара. Три. Вау! Классно! У меня такая в детстве была. Бабушка. Давай. У меня такая была. Большая? Вау! Еее! Папа! Блин! Мог бы потом снять, папа. Хорошо. А вот сейчас на экран. Класс. На каком приложении? Смотри. Я скачал приложение, и мне дали вот такую монетку.
общем, такая интерактивная зона. Антинти. Такие мониторы. Вот, подожди, котик. Ты кинула? Нет, а что ты будешь делать? Ты расскажи мне сначала, зай. Нужно достать крючком вот что-то из этого. То есть вот этим крючком? Да. Нужно достать какой-то такой шарик. А что там, я не знаю. Ну окей. Кидай монетку. Подожди. Да? Давай. Что-то она не это. Это туда же кинула? Да, все зеленое загорелось. А. Все, давай. Мы поехали. Так, какое? Какой тебе надо? Давай вот этот надо вниз, опускай аккуратненько. Вот нет, это, да. Нет? Нет? Еще вперед. Сейчас, подожди, давай я буду с той стороны говорить. Давай. Сейчас. Подожди, не спеши. Так, давайте чуть вперед. Вперед. Не-не-не, вперед, вперед, это от тебя. Стоп. Капельку вниз. Папа, я не могу. А, еще капельку вперед. Секунду, чуть-чуть вперед. Нет, папа. Не-не-не, это далеко. Еще. Папа, ну... Выбираем, который верхний, вот желтый. Стоп. Капельку назад. Назад к себе. Ко мне? Да, к тебе назад. Все? Нет, выровняй по своей. Чуть-чуть вперед. Все. И выровняй. Ты его выровняла? Да. Все. Окей, не трогай. Папу надо слушать всегда. И что это такое? Не знаю. Автомобиль. Авто? Да. Автомобиль, зайчик. Дай. Вот. Надо папу слушать всегда. Ну, мама пошла. Сейчас. Красивый план сделал. Папа, сколько? Как она называется? Покажи нам. Я как раз попыт потеряла. И так вот. Чё, я думал, будешь айфон новый. Папа. Ну ладно, подожди. Не хочу никуда деться. Есть куча автоматов. Делаем. А на меня капельку пойди, сыночка. Очень красиво. Оно внизу, видишь, блестит, Дань. У нас нет фотика. А чем тебе фотик? Ну, на меня, фотик. Пожалуйста, Зай, на меня ближе подойди. На меня, котик. Ехали, котичка, ближе ко мне. Может, там внутри сфоткать тебя? Очень красивая такая зона. Конечно же, вверху. Это что-то такое? Это НФС? Бивисы сидят. Там понятно, что ты уже проигрываешь, непонятно ему. А что у тебя за крылья там какие-то? Это у меня, да. А, это у тебя там? За ты кнопки нажимаешь или нет? А бабушка там сидит уже спит в кресле. Зай, кнопки вот эти тут тоже надо нажимать этой рукой. Вот мы вышли уже на улицу, уже потемнело. А мы были вот здесь, в Антинти.
А теперь мы направляемся к нашей электричке. Очень красиво. Ночной Даллас прекрасен. Вот такая инсталляция. Такое красивое здание. Народу больше, чем людей. Все гуляют. Горбушка. Решили мы сходить пока в фойе IT&T. Как у нас красиво в Далласе. Какие облака. Бесподобное небо. А мы идем. Светочка. А куда мы идем, а, Светочка? В общем, подойдем, посмотрим, что это еще здесь такое. Ой, как здесь прохладно. Очень красиво это все выглядит. Такие колонны. Живые стены. Живые стены, сказала Маринка. Очень классно это. Вот такие. Живые стены. Выйди ко мне поближе. Очень потемнело. Вот такие.